за моей спиной проезжает автобус с пленными украинскими силовиками. Их сопровождают сотрудники ОБСЕ. Здесь, на Константиновской трассе, должен сейчас состояться обмен. Согласно договоренностям, ранее заключенным в Минске, сегодня будут две группы. С одной стороны 37 человек и с другой стороны 37 человек. Это разные люди. Многие из них – это те люди, о которых просили близкие. Потому что нам звонят каждый день и жены, и родители, и дети. И они, конечно, тоже нам помогают. Мы разыскиваем людей. Вот. Ну, мы в процессе и хотим сделать то, что было сказано в Минске, поменять всех на всех. Скажите, а кого вы отдаете представителям Донецка? Отдаем людей, они находились в разных местах. Это разные люди, есть граждане Украины, есть граждане России. Как вы оцениваете взаимоотношения с противоположной стороной по части передачи пленных? Как взаимодействие идет? Знаете, у нас нормальные отношения, то есть есть процесс переговорный, мы идем навстречу друг другу и выполняем то, что обещали. Но периодически обмен затягивается, сроки переносятся. С чем это связано? Есть разные причины, потому что есть дополнительные списки, которые доходят до нас. Мы стараемся соблюдать то, что мы говорили, и поэтому иногда по объективным причинам мы можем перенести обмен. Но сейчас дело пойдет очень быстро, я надеюсь, что все будет хорошо. Сразу Смирнов! Найди коридор, подойди. Подойди. Чекринец! Рада, що ми дійсно домовилися, і ми вже врешті-решт близі, принаймні. Ну, хоч і далеко, що принаймні, але вже вдома. З сім'єю вже общались таким образом? Ну, в даний час ні. А скільки ви пробували? Три тижні. Три тижні і три дня. Ну, я воєнний був, ну, достатньо лояльно к нам относились. Була регулярна їда. Туалет, все остальное. Серед вас є поранені, чому перевернути голову? Ну, рани були получені во время бойов или во время плен. Скажи, що зараз відчуваєте? Нічого. Какие-то документы? Никаких не подписывала. Одевали кулек, душили на голову, чтобы я задыхалась. У меня сахарный диабет, не пускали писать, наручники не снимали. Говорят, сепаратистка, сучка, мы тебя сейчас все тут изнасилуем, по минному полю пустим и все. В общем, вот так. Ну как вы сейчас? Счастлива? Сейчас я просто счастлива. Я не знаю, мне Бог, наверное, жизнь вернул. Просто жизнь. Молились?
молилась, потому что я очень много людям помогла, поэтому думаю, все-таки Господь со мной был. Ну, и Россия мать тоже с нами, да? Да. Как у нас гимн ДНР поется. Россия мать с тобой. Как вообще там было? Как, в каких условиях содержались? Подъезжал к подъезду. 5 числа. Взяли в Харьков, привезли, я так понимаю, в Краматорск, в здание АБОП, по дежурной части видел надпись. Там трое суток подержали, ну, привязывали к связям с террористами, связям с ДНР. После перевезли на какую-то открытую площадку. Да, я так понимаю, аэродром был в Краматорске. Там на цепи держали, в наручниках. Условия ужасные, конечно. Какие-то применяли к вам физические методы воздействия? Да, узнал, что такое шомпол от автомата. Жевал, узнал, что такое. А что делали шомпол от автомата? Не на камеру сказано заставить мочиться кровью. Вывозили в поле, расстреливать, стреляли, издевались просто. А что они хотели от вас? Признание. Признание в том, что вы... Что я террорист. Что я ДНР. А на самом деле вы чем занимаетесь? Если, может быть, меня помните, я 3 числа вместе с Лукиным освобождал славянских людей. Это было первое мое публичное выступление. Да, я помню, я был там. Потом, до этого или после, я уже не помню, 2 ПСЕшников освободил, довез лично до Донецка. Занимался всякими мероприятиями по урегулированию конфликтов. Присутствовал на круглых столах. В общем, занимался миротворческими делами. Батальон «Айдар» меня дома взял. Я приехал домой взять ребенку, вещи передать. У меня ребенок маленький. Тогда ему было 5 месяцев. Теперь ему 9. И, само собой, вынесли всю складку. Ноутбук, телевизор пластиковый. Золото, серебро. Все. Куда вас повезли, как с вами обращались? Ну, меня повезли через Старобельск. Старобельск это там. Ночь переночевал в СБУ. Потом сюда. Ночь в СБУ переночевал, потом на Харьков повезли сразу. На то не было. Нет, он просто. Убили меня в счастье. Как? Можете рассказать? Ну, дома прям били. Как? Ну, в камере, как обычные заключенные. Угу. В камере там прогулка когда-никогда. Ну, там в СБУ более-менее люди. Вот. Что от вас хотели? Без понятия. Ну, с вами проводили какие-то следственные действия? Нет. Просто держали в камере? Да. Заставили дать показания против ребят. Все. Заставили каким образом? Ну, каким образом? Еще могут заставить? Угрожали. Угрожали, вывезли на суд. Сняли показания, все, назад в камеру. Без всяких действий. А вы сами принимали участие в этих ополчении или еще? Не успел, теперь приму. Скажите, как вас арестовали, когда это было? Значит, это было 22 июня. Меня взяли с дому, брал у меня батальон «Айдар» такой есть, это в Луганской области. Это в каком городе вас брали? Это поселок Петровка, конечно, Луганский район, Луганской области. Меня не брали, меня захватывали. Потому что пришли ко мне среди бела дня, куча вооруженных людей в масках, без опознавательных знаков. Меня избивали при 8-летнем ребенке. Так что... Почему они пришли к вам такой? Понятия не имею. До сегодняшнего дня я даже не знаю, за что меня держали. Меня вот за 80 дней сегодня, как я был захваченный, ни разу уже претензии не предъявили, за то, что меня взяли. Так что... Чем вы занимались? Кто по профессии? Я пенсионер МВД. На 2010 года я пенсионер. Сидел дома, занимался хозяйством своим. Вот эти 80-10, что с вами происходило? Где вас содержали? Значит, 3 меня содержали в Счастье. Там милицейская школа была. Там меня избивали. Кричали, что я сепаратист. Вот так. Потому что, получается, она всех, кто живет в Луганской области, это сепаратист.
А потом отправили через три дня в Харьковское СБУ. И вот там я просидел до сегодняшнего дня. Применяли к вам какие-то физические методы воздействия? В Харькове нет, а вот в Счастье, да, там применяли мне полностью новую руку. Штрекали шилом. В общем, там нормально. Избивали меня по 6-7 человек. А какие вот еще пытки были, кроме шилом? Ну, там были избивательства, затягивание наручников. Меня пристегнули руками, ногами. Ну, такое, удушение.